А теперь, что касается проблем со спиной. Со спиной, ну, это случилось после, когда уже у меня ума немножечко я набрался, понимаете, набрался ума. Это очень важно. Вот, ситуация была очень сложная. Раздавил себя, расплющил там в тазе все сам своей глупостью, понимаете. Вот, дня 2, 3, 4 я лежал ногами вверх, потому что не мог найти положение, в котором бы не болела спина. То есть это такая вещь. И как, и то, и все, и упражнения, и растяжки, и подтяжки, и мази, и что только не было, лишь бы не болело. А толку никакого. И вот, как говорится, случайности не случайные. Книга одного специалиста по спинам, да, говорит, это в основном, если не было, естественно, травм, от наших мыслей, эмоций, переживаний. Раз, 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 опачки, отличный кадр. Я поработал с этим, и вот я вам привожу и свои. Доброе здоровье. Привожу свои снимочки, которые мне сделали. И вот я хожу. И вот я с утра встаю. С утра я встал. И мне хочется найти. С утра встал, ничего не болит. И мне хочется танцевать. Что я и делаю? Танцевать. Понимаете? Это настолько удивительный контраст, когда ты там болел, когда ты там не знал, что там делать, когда там вот, никто ничего тебе не может помочь. Все эти уже там массажи вот ты прошел по десяткам раз, всякие разные. И тут на, ты только за счет вот этого своего понятия смог самоисцелиться. Раз ты это сделал, и далее... И далее ты ходишь, понимаете, ходишь и не чувствуешь, что там у тебя где-то там у спине там заболело, что там сбоку заболело, куда-то там идет по этому седалищному нерву или еще там по чем-то она там идет, а ты там еще скован. Ты просто рад вот этому, понимаете? А от этой радости хочется вот появляется избыток энергии, который хочется вот петь, плясать, просто радоваться жизни. Крепкая кисть и мощная дельта. Трицепс на завидке всем. Жму на попа. Без остановки. Свои 66. Жизнь, это же радость. Кажется, помимо любови, это же радость. Вот она извергается, понимаете, вот она идет. Вот он поток, особенно весной. Все это дело, ух, сейчас распускается, обновляется. А ты ходишь тут, сгорбился, или еще там что-то там у тебя свербит. И уже мысли у тебя какие-то темные, какие-то упаднические. Да, каждый из нас, понимаете, вот когда он тут здоров, он, вот это один человек. Вот. Но как только к нему приложит испытание жизнь, сразу же станет ясно, что это за человек. Вот. Он соберется и начнет действовать, искать. Либо же будет там вот
А как мне печень почистить? А очень хочу печень почистить. А где же это найти? А где? Да вы же уже тут. Вы же топчете видео на моем канале с чисткой печени. Вы уже тут сидите на моей библиотеке, которую я выставил бесплатно. А другие наживаются на моих книгах. Мать их так. Беззастенчиво. О, житуха идет. Вот. И вы ничего не найдете, ничего не наищете, ничего не сделаете. Ну как так? Ну посмотрите на меня. 83-й год, 4-й, 5-й где-то там. Ну в 5-м где-то я уже это начал выкарабкаться. Думал уйти из этого прекрасного мира. Уйти. Вот. Ну думаю, ну, может быть, немножечко останусь. Что-нибудь по делу, да? Кобелюшечка. Ну иди, иди ко мне, иди ко мне. Бродяга, бродяга. Бродяга. Вот. А теперь продолжаю жить. Ё-моё. Вот как этот барбос. Классный пистоль. А жить хорошо. А хорошо жить еще лучше. Все, люблю, обнимаю вас. Чувствую вас, чувствую ваши боли. Поэтому у меня приоритет все-таки стоит. Как мне хочется там, знаете, вот побузить, на рыбалку уехать. Там, допустим, музончик сочинить. Или еще что-нибудь там поиграть. Да хотя бы в ту же компьютерную игру. Но сейчас уже просто не так. Но все-таки приоритет такой, что... А что важнее? Вот, что важнее? Действительно, вот там что-то у тебя есть, какие-то средства? Где-нибудь там попариться на Канарах там, или еще где-то? Либо все-таки какую-то пользу оказать страждущим? Не все, конечно, воспользуются тем, что я говорю. Я просто не ожидал, что вот написал книгу по уринотерапии, что ее можно использовать, упаренную урину, против свищей в заднем проходе. Я не ожидал, что такое может быть. А люди сделали. Молодцы. Молодцы. Сделали и исцелились. И некоторые там говорили, что вот я нашел вашу книжку. Просто нашел вот на улице. Кто-то ее взял и выбросил. А я нашел, подобрал. И она, в конце концов, спасла меня. Было то, что надо. То есть кому-то это не надо. За кого-то это какая-то глупость, какая-то ненужная вещь. И более того, там, для другого это какое-то спасение. Вот она, вот она. И это удивительно. Это удивительно. Да, кобельчик? Мой дружбан, ведь. Как ты подкармливаешь, так он тут с тобой дружит. Не подкармливаешь, он, значит, тебя не замечает. Прекрасное утро, 8 марта. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.